Мандарин, кстати, это вам не гитара, мандарин. Это инструмент академический, да, почти скрипка. Только восьмиструнная. Только мандарин. Только мандарин. Две скрипки. Да, две скрипки в одном. И смычок даже не нужен, если вы понимаете, о чем я. Окей, пишем мандарину в бобровую катку. Руслан, а зачем мандарин? Это у вас же блюзовая группа. Как у Led Zeppelin. У них же тоже блюзовая группа была. Если вы понимаете, о чем я. Мы делаем сюрприз, у Димы будет скоро день рождения, и вот запишем сейчас мандолину, отличная мандолина, новая почти. Фабрика имени Луначарского, замечательная трещинка такая вот на грифе вот тут. Это для сустейна. Если вы понимаете, о чем я. Ну, пишем. Да, пишем, пишем. Нормальный блюз, кстати, да. Если вы понимаете, о чем я. Нужно дабл-трек к мандолине. Дабл-трек к мандолине? Пропустим ее через хай-гейн. О, дисторшн. Мандолин с дисторшн. Именно. Самый настоящий блюз. Да. Если вы понимаете, о чем я. Под струн залез, да. А да, это да. Для демпфирования. Если вы понимаете, о чем я. Прекрасный образец хай-гейна на мандолине. Настоящая блюзовая мандолина. Если вы понимаете, о чем я. Вокал. Если вы понимаете, о чем я. Вокал записали, мандолин записали. Хорошо поработали сегодня. Да, целый день, но зато плодотворно. Угу. Все, ну ладно, всем пока. Какое-нибудь вступление у нас будет, типа? Thank you.